Ряд своих произведений Рембрандт посвящает легенде об Иосифе. Как рассказывается в Библии, сын Якова, Иосиф Прекрасный, был продан своими братьями в рабство и увезен в Египет. Но ему удалось выйти на волю, сослужить милость фараона и стать первым вельможей Египта. В этой роли он однажды милостиво принял неузнавших его братьев, которые, гонимые голодом, пришли в Египет, неурожайный год, просить зерна. С Афортом Иосиф рассказывает сны, мы вступаем в круг, до тех пор не передаваем их в искусстве переживаний, воспринимая их как наиболее убедительные и, стало быть, как подлинные. Речь идет о гениальных, рано созревших, но не всеми признанных мальчиках, которым завидуют даже в их семьях. Афорт Иосиф рассказывает сны является в то же время и в композиционном отношении одним из самых совершенных произведений Рембрандта. Небольшой, слабо освещенный интерьер, почти весь заполненный человеческими фигурами. Стоящий посередине их на втором плане, видимый нами целиком, десятилетний кудрявый мальчик Иосиф. Очень взволнован и старается как можно точнее передать обращенным к нему слушателям подробности своих чудесных сновидений, смутно предсказывающих, что он, Иосиф, возвысится над всеми родными. В древней легенде Рембрандт видит острый психологический конфликт. Вопреки ограниченности и злобе своих братьев, Иосиф провидит будущее. Сны его окажутся вещами, и он догадывается об этом. Об этом же догадываются 12 слушателей, частично расступившиеся перед нами, и образовавшие вокруг Иосифа полукольцо, трое слева, девятеро справа. Сидящие на первом плане, по бокам от Иосифа, лицом друг к другу, слева седобородый отец Яков, справа младший брат Иосифа, Вениамин, поднявший голову от книги, слушают. Отец в глубоком раздумье, Вениамин, с частично детским любопытством. Одна только лежащая в глубине слева больная мать Иосифа, Лия, охваченная тревожными предчувствиями, приподняла голову, в то время как старшие братья Иосифа, занимающие все дальние планы справа, переживают всевозможные ступени неудовольствия. Они насмешливо перешептываются, шумят, обмениваются непристойными шутками и фыркают. Но на самом деле они очень внимательны, хотя и недоверчивы. За их вниманием скрывается бесконечная, снедающая их души, зависть. Портретность и отдельная трактовка каждой головы господствуют у Рембрандта и здесь. Восприятие рассказа Иосифа о снах отражается в каждой из этих голов с неустанной свежестью и постоянными вариациями. Самым поражающим оказывается, конечно, мальчик, который рассказывает с наклоненным вперед к зрителю корпусом и раскинутыми руками, весь отдавшийся своему видению. Не устаешь вслушиваться в разговор этих, не по летам умных, расставленных рук с ладонями, опущенными к земле. Если у старого Рембрандта зрителя поражают головы, лица, в особенности глаза, то у молодого Рембрандта, который еще никак не может обойтись без выразительных внешних движений, руки. Руки совершенно размягченными суставами,
так что пальцы в суставах можно трясти. Пальцы, которые при каждом повороте растопыриваются, оставляя между собой много пространства, которые при самом легком возбуждении крючатся и напрягаются, которые при разговоре вибрируют, как колеблющаяся струна. Кисти рук, которые так подвижны, что всякий предмет, воспринимаемый сознанием, тотчас схватывают или отталкивают, касаются острыми пальцами, осязательно описывают, притягиваются жестом защиты или вонзаются и колют, и ни одного момента не остаются без жизни.